ребят, едем сейчас в магазин Geekbuying отснять второй новый офис. И потом сразу постараюсь успеть на вокзал. У меня сегодня на 5 часов поезд в Гуанчжоу. И также хочется еще снять в магазин. Очень мало времени, ну буду стараться все успеть. 20 минут ехать на такси до магазина. Водитель Uber передает всем привет. Что Фэй сказал? Китайский товар. Итак, ребят, приехали мы на новый офис Geekbuying. Сейчас вот мы с Фэем идем с чемоданами туда. Итак, вон здание то находится. Коко Парк, да? Да. Вот оно. Думаю, сейчас мы все это успеем снять. Чуть полтора часа. Нормально, успеем. Да, за полтора часа мы успеем все снять. И еще целый час останется у меня добраться до этого. Отсюда 10 минут до вокзала, да? Да. Отлично. Первое было похоже на какой-то фабрика, да. Больше какой-то заводик такой. А здесь уже все солидно. Здесь, да, все очень солидно. Пишите в комментариях обязательно, что вы думаете по поводу магазина Geekbuying. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. О, какие горки. Надо больше ручку открыть. Отсюда будет хорошо съезжать на чемодане с горочки. Сел на чемодан и поехал. Но то, что ты мне, Фэй, рассказал про Алиэкспресс, конечно, я был удивлен. Мне Абрахам тоже вот все это рассказывал. Потому что он тоже хочет открыть еще. У него есть магазин на Алиэкспресс. И еще хочет два открыть магазина. И он говорит, что это очень, ну, очень накладно по деньгам. Алиэкспресс берет сейчас, очень много денег забирает. Здесь зал такой ожидания. Там ресепшн. Хоп. Идем уже на 19 этаже. Сейчас Фэй у нас откроет все это дело. Так, смотрите, как здесь вот этот новый офис. Еще даже столы свободные есть. Собрание. А, здесь собрание будет произойти. Здесь обзор. Здесь, да, уже вижу, софтбоксы стоят, камерка какая-то. Далее. Офис. Вот сколько сидят сотрудников. Здесь, конечно, их много. Ох. Вот так, ребят, сидят и работают. Пошли. Посмотрим, кто за что отвечает. Ну, компания довольно большая. С этой стороны очень много людей сидит. И с другой стороны очень много людей сидит. Это только один Geekbuying на этом 19 этаже. По идее, весь этаж занимает данный магазин. Вот так. Столов, конечно, много. Вижу тех испанцев, которых видел на старом месте. Вон там сидят. Не знаю, за стеклом кто. Здесь еще чистое место. Вот так. И смотрим, что у нас там. А те столы? А вот эти уже... На Алиэкспрессе? Да, ну это... Окей. А с другой стороны там? Вот так, ребят. Вот они, Geekbuying. Ну что, помахают? Не помахает кто-нибудь? Никто не хочет махать. Все боятся, все стесняются, да? А слышал, вот здесь вот что за стеклом? Это ваше или нет? Да, это бухгалтер. Бухгалтерия, да? Ну, смотрите, в бухгалтерии тоже довольно много человек сидит. И все девушки. Нет ни одного парня. С 19 этажа там стоят... Гардены строятся еще. Один. Остальные построены. А вот это что за синие? Это производство какие-то? Рабочки. Рабочки? Рядом метро настроить. Ясно. Ну, там живут ребят в синих. Это строители. И все они сразу на месте строят. Ладно, пойдем дальше.
А ребята, там, где мы были в первый раз, там теперь полностью весь склад сделал Geekbuying. Полностью из всего помещения, где мы были. Красиво здесь сделано все. А что это за венки такие? Мы недавно приехали здесь. А, это приветствовать, да? Друг подарил цвет, чтобы я хорошо открыл, чтобы ясно. Бизнес хорошо открыл. Короче, как символ на удачу, да? Да, ясно. Финши. Вот так, ребят, такие вот цветочки. Символ на удачу. Вон там сидит босс в одиночестве. Женский туалет. Ну так, солидные туалеты. С другой стороны зайдем, посмотрим, что там творится. Ну, тоже вид такой симпатичный. Здесь тоже какие-то совещания, видимо, проходят. Пойдем пройдемся по столам. Посмотрим, кто за что отвечает. Фей там что-то собирает. А мы пока полазим. Ребятки работают. Даже со своими ноутбуками приходят и что-то делают. Вот такие вот дела, ребят. Итак, ребят, вот фотостудия у Geekbuying. Ну, как бы такая, пока только въехали. Здесь ничего нет. Два софтбокса, наверное, те, которые были там, да? Да, те же самые с кукурузой. Тот же фотоаппарат Sony. Не вижу Canon-ов. На столе барахло. Zoom первый лежит. Какой-то большой микрофон. Какой-то он легенький. И вот вид с фотостудии. Классно здесь, конечно. Все, ребят, покидаем офис Geekbuying. Сейчас на лифт, вниз, на такси и на вокзал. Успел я все снять, у меня еще целый час остался. Помахай ручкой, ну, зрителям. Что? Передай привет зрителям. Привет. С магазина Geekbuying. С магазина Geekbuying. Да, ребят, Фэй говорит хорошо на русском. Также очень хорошо понимает. Поехали. Фэй, знаешь, что заметил? Что у вас все китайцы вот идут и в телефон ткнулись, и все, и не смотрят, куда идут. И так вот. Вот так, да, бывает. Так, надо про очки одевать, это солнце. Я не знаю, как вы ходите без очков? Очень яркое солнце в Китае. У нас такого, ну, бывает, но редко. А здесь оно каждый день. Здесь все на Uber катаются. Вот так. А у нас в Беларуси Uber только в Минске. Вообще почти не развито. У нас просто невыгодно в нашей стране Uber. Вот так. Все строится, все где-то обновляются. Вон там классный вид на горы тоже есть. Очень много подушечек в китайских машинах. Почти через одно я замечаю. Все, покидаем район. Новый офис Geekbuying. Сразу на вокзал. Фэй меня провожает. А здесь получается въезд для такси, да, Фэй? Стоянка машина. А, стоянка для всех машин, да, для любых. Да. Итак, двигаемся. Сейчас мне Фэй покажет, где зайти, потому что я обычно с наружной стороны, сверху знаю, как там ориентироваться. Здесь я еще не был ни разу. Поэтому сейчас мы на лифте наверх. И там посмотрим, куда мы доедем. Выходи. Там прошли первый контроль. Там чисто паспорт и билет надо показывать. И сейчас змейкой на рентген сумок и металлоискатель. Змейка, конечно, меня убивает. Я понимаю, что это сдерживает толпу. Это очень геморно. Ходить вот так вот. Сейчас я на вокзале, у меня еще 40 минут до поезда моего быстрого под буквой G. Выход у меня от А16, он там находится. Ну и вокзал я уже показывал, какой он большой. Он очень большой. Я показывал автовокзал, это ЖД вокзал. По-моему, да. Не помню, показывал, не показывал. Ну вот он, очень большой. Пойду сейчас куда-нибудь перекушу,
Вижу, Макдональдс наверху есть. И показал, вон там есть китайская на втором этаже еда. Ну, сейчас пойду полажу, посмотрю, где что. Перекусить. И буду уже, не знаю, неудобно. Просто у меня вот два чемодана. И этот моя трость, на которую я делал обзор. Этот я покупал уже здесь в Китае. Еще и рюкзак, еще и маленькая сумочка. Еще и фотоаппарат висит вон сбоку. Короче, весь нагруженный, неудобно снимать, ребят. Уже приеду когда в следующий раз. Надеюсь, что смогу приехать в следующий раз. Я уже буду знать, что с собой брать. В следующий раз буду налегке ехать, чтобы больше снимать, и уже знаю, как снимать. Потому что первый раз тоже не очень удобно. Не знаешь, как начать, что говорить. А уже со временем начинаешь понимать, как правильнее, как лучше было бы и так далее. Все, я пошел кушать. А вы пишите комментарии. Гуськом все идут аккуратненько. И постоянно здесь поезда не стоят. Приехал, уехал. Куда-нибудь туда.